я часто слышал такой момент, что возникает самоуничижение. Вот я что-то не сделал, и вот я негодяй. Вот, или там, я не знаю, как это женский род сказать, негодяйка или как. То есть начинается как бы вот это самобичевание такое, да, что вот я тут не доделываю, это не делаю, то там не успеваю. А на все вообще успеть же невозможно. И вот у человека начинается вот такая внутри какая-то как апатия, что ли, приходит от всего этого. Вот, Сава Прабу, вот как быть в таком случае? Мне вот даже самому интересно, как вы скажете? Вот, что вы скажете? Ну, во-первых, надо перестать гордиться, потому что вот это вот самоуничижение – это проявление гордыни. То есть я вот такой крутой, я крутой, святой просто, или святая. И при этом я вот так вот делаю. Это все гордыня. Не, ну, Кришна, интересно, у него, конечно, технология у Кришны, ему очень важно, чтобы преданный был смиренный, потому что духовный мир, как пойти там, без смирения невозможно, что там все выше, и Кришна самый выше всех. Вот, если смирения не будет, то там будет постоянная депрессия просто у человека. Знаете, все время все выше. Господи, так что ж они все выше? Поэтому смирение. На самом деле Кришна там все смиренные, там все, никто ничего не ждет ни от кого, все хотят только служить. Вот поэтому гордые люди там не могут просуществовать, они все там портят. Гордые же люди живут здесь. Вот гордыня, она проявляется в двух вещах. В том, что у меня получается, я задираю нос, говорю, что вы видели, какой я. И второе проявление, когда у меня что-то не получается, то я умираю, говорю, о, я вообще не хочу жить. То есть я вот такой, а не получилось, поэтому жить не хочу. Поэтому первое – это смирение, и надо понять, что Кришна вначале дает, отвечает тем, что он дает, а потом отвечает тем, что он не дает. То есть он всегда отвечает, надо понять, что он отвечает всегда, просто этот ответ может быть в форме чего-то дает, либо в форме чего-то не дает, но всегда это ответ Кришны. И вот в какой-то момент Кришна хочет, чтобы мы приняли также свое какое-то положение, не имитировали никого, не пытались вот эту вот гордыню свою, я то, я вот все. Ну, то есть, вот есть какой-то этап в жизни, что-то я там не успеваю, а они успевают, а я не успеваю. Вот надо успокоиться и понять, что да, я не святой, да, я там что-то, вот обусловлен я, есть привязанности, но я ведь все равно хочу быть преданным. Просто преданным, просто обыкновенным, не особым, не великим, не самым-самым-самым. Просто возьмите меня хоть каким-то преданным. Вот, и с благодарностью делать то, что, ну, пока можем. Вот, и когда человек спокойно делает то, что он может, стараясь, ну, там, 15 минут, ну, на полную катушку. Вот как вот, ну, вот насколько у него есть, он старается.